Газ, холодная и горячая вода, электричество. Благодаря Сбербанку сейчас платить за услуги ЖКХ можно даже не выходя из дома через интернет-банк или с помощью мобильного приложения на смартфоне. А теперь оплачивать коммунальные счета стало еще и выгодно. 1 ноября Сбербанк запустил специальную акцию. Чувашская отделение Сбербанка в преддверии Нового года дарит жителям Чувашии новогодний подарок. Мы проводим акцию, когда каждый житель республики может оплатить коммунальные платежи и получить за это подарки от банка и партнеров, купоны на скидку в сети аптек, в сети салонов красоты и в медицинской клинике. Чтобы стать участником акции, нужно заплатить за коммунальные услуги через Сбербанк любым удобным для вас способом, минимум по двум квитанциям. Например, за две разные квартиры или кварплату и газ, сумма в каждой из которых составляет не менее 1500 рублей. А затем предъявить оплаченные квитанции с чеками, либо экран мобильного телефона с информацией об оплате сотруднику банка. Здравствуйте. Я узнала, что в Сбербанке проходят интересные акции. Нужно оплатить две квитанции. Я оплатила. Да, все верно. Купоны дают право, к примеру, за полцены сделать стрижку или попасть на прием к специалисту в одной из частных клиник. Со скидкой купить лекарства и пройти различные обследования. Получить купоны в рамках акции можно до 31 декабря, а потратить их до 1 марта. Подробности об акции, а также адреса партнеров на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».